Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы ведем свою передачу с города Измаил. Это юг Одесской области, юг Украины. Здесь были посажены наши кавунти, как у нас называются, в нашей семье. И был сильный ливень, мы под бутылки их высаживали. Вот посмотрите, как это было. Мы их под бутылки высадили, потому что еще холодно было. А здесь была заготовлена специально грядка, своеобразная теплая грядка. Когда высаживали картофель, тоже лунку, и в лунку положили все удобрения. То есть мясо, костную муку, как и, кстати, и для картофеля. Рыбную муку, кормовые дрожжи, все это смешали и добавили сюда же еще курник. Это специальное органическое удобрение, уже подготовленные. Очень хорошие, тоже качественные. И все это имеет полный состав всех питательных веществ, которые нужны любому растению на этапе не только начала, но и в дальнейшем для развития и формирования плодов. Видите, им здесь нравится. Здесь и капельное орошение, здесь и полив такой из бочки, теплая вода. Почему мы так используем? Когда сильно холодно, мы не используем капельные полив, а используем вот теплую воду. И тем более, что арбузам нужно много воды, они это любят, питания достаточно. И здесь вот картофель уже, почему мы здесь высадили картофель, созревает, здесь ранние сорта, и он занимает место и будет охлаждать еще тоже картофель в сильную жаркую погоду. Ну вот в данном случае, когда мы высаживали рассаду, это поздно, но уже появляется. Сегодня у нас 11 июля 2021 года. И вот эти рассадные у нас баштанные культуры, смотрите, есть уже первые маленькие формируются такие плодики, ягодки. Вот, почти на каждом кустике уже есть. И сейчас мы посмотрим, что у нас произошло там, где мы высаживали в теплице. Вот сегодня... Это теплица, очень жарко здесь. Здесь у нас растут вот эти саженцы. Их всего-навсего было, по-моему, 5 дынь и 3, да, 3 сорта было арбузов. И вот какая ситуация здесь у нас. Смотрите, сколько вяжет. Вот я увидела вот эту историю, что вот так вот сплюснуто. И сразу же взялась за... то, чтобы опрыскивать кальцием, потому что кальций как раз помогает вот убрать вот эту проблему. Начинают работать все процессы физиологические в растении, начиная от фотосинтеза и далее образование плодов. Ну что в теплице? В теплице у нас, смотрите, это лес, это джунгли. Здесь бедные перцы вытягиваются, но пока они находят способ дружбы, потому что именно вот этот лес, джунгли делают им тень, и у них не так жарко здесь. Ну, есть жарко, тепло, не просто тепло, но это терпимо. Вот смотрите, перец, и рядышком у нас, кстати, и помидоры вместе с дынями. Вот они дружат, очень даже сильно дружат между собой. Итак, мы посадили в мае. Досаживаем 15 мая 2021 года, вечер, и мы уже решили посадить. После испытаний в прошлом году у нас было всего-навсего 2 растения кавунив, и они дали хороший урожай, даже поздно посадили. Прекрасно получилось, они не болели здесь. И, естественно, мы решили вот целый ряд, тут и дыни, тут и кавуны, вот. Арбузы, вот, все это посадить по центру, сделать вот такую интересную посадку. И для этого что нам надо? А для этого вот курник, который вот там уже, вот Александра Федоровича, в составе которого, смотрите, прекрасная композиция питательных веществ. Здесь и магний, и железо, кальций, сера и другие питательные вещества. Естественно, сейчас мы вот еще... Уже перемешала по килограмму рыбная, мясокостная мука и кормовые дрожжи. Хочу сказать, что здесь тоже очень ценные вещества. И здесь даже расписано состав вот этих ценных веществ. Здесь кальций на первом месте, фосфор, магний и другие микроэлементы. И очень важные есть и витамины, поэтому особенно здесь аминокислоты. Это все для растений очень полезно. Я раньше по горсти ставила, а теперь ставлю пол-литровую.
литровую ванночку под каждое растение. Очень хороший результат получается. Поэтому это долгоиграющее удобрение. Поэтому мы вот его перемешали обязательно, чтобы было все здесь одинаково для каждого растения. Хорошенько вот так. Ну и приступаем к посадке. Мы посадим в первую очередь вот этот посерединке. Между растениями арбуза мы и дыни тоже оставляем промежуток 60 сантиметров. Как и на поле высаживали, так и здесь. Посередине один ряд. Ну что, я даже натянула веревочку. Под каждое растение ставим объем пол-литровая баночка стеклянная. И вот этот регион, где у нас будет, где будут находиться корни, мы засыпаем вот этим удобрением. Дай мне, пожалуйста, курник. Курник. Вот, оператору приходится и снимать, и в то же время... Здесь, кстати, ставлю целую, тоже пол-литровую вот этого удобрения курник. Это чистое удобрение, потому что, вот смотрите, я делаю так, чтобы было вот все вот это пространство, потому что корни вот этих бахчевых культур, они любят тоже расходиться и везде находиться. Ну и питание должно быть везде. Дай мне, пожалуйста, лопату теперь. Ну и просто так не пройдет этот номер. Нужно обязательно это доставить в почву. И оно не, в почве не должно быть в одном месте, а должно быть вот так по всему периметру пространства для корней готовим. Вот таким образом. Я уже заранее смерила растения, где какие должны быть. Здесь сверху даже стойка есть, куда поднять. Мы будем формировать по одному-два плода для того, чтобы вызрели как можно пораньше. Мы хотим раннюю продукцию. На улице еще будет там, у нас обычно в мае, в конце холодно бывает. И высаживаем рассаду, и она погибает, потому что ей нужно тепло. Это теплолюбивые, очень теплолюбивые растения. Поэтому нужно использовать в этом году, как получилось в прошлом году. Такие сладкие были! Какая вкуснятина! Ну, мы раньше выращивали дыни, а тут посадили вот две рассадины. У нас получилось. Остались ковунив, и мы посадили. И розовые, и сладкие, и вкусные. Почему бы не посадить снова? И это мы делаем. Итак, у нас вот здесь будет находиться само растение. Вот так вот. Не помню, какой сорт я покупала. Это голландские. Они мне очень нравятся. Они точно дадут урожай. Вот. Глубина. Водичка теплая на месте. Обязательно перед поливом. Очень хорошо получается вытянуть тогда рассаду. Перед посадкой надо обязательно полить. Вот так вот. И он тогда очень легко вместе со всем комом вот этим, с землей, с корешком, все это легко будет. О, а теперь видите, как оно даже видно уже. Ой, хорошо. Именно перед посадкой. Вот, видите, какая красота. Корневая система. Вот так. Чем больше горшок, ну, у меня была перевалка. Я использовала сначала в таблеточках посадила, потом маленькие горшочки. А затем уже вот перевалку сделала, потому что обязательно надо дать возможность развиваться корневой системе. Вот один мы уже посадили в мае. Холодно было, но они принялись, росли. Вот мы их, вот видите, даже вот, видимо, полив был сильный или холодно. И вот такая реакция дыни на то, что... И даже если нехватка кальция, это тоже может быть вот такая реакция растения. Вот. И мы поливали, обрабатывали, причем все одинаково. Я что на улице, что в теплице, что огурцы, что вот дыни. Кстати, я обработала 2 дня назад трихофитом. И вот видно, что я вовремя это сделала, потому что, смотрите, это вот результат. Если бы я не обработала, здесь могли бы заболеть все дыни, и не только дыни, а вот так вот реагирует, купирует, собирает в одну точку, уничтожает все споры грибковых заболеваний триходермин. Вот очень хорошая вещь. Вот идем, 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 идем мы, идем теперь
к нашим, как у нас любят называть, кавунчикам. Ага, а кавунчики у нас, смотрите, надо... У меня в прошлом году оборвался. Поэтому я уже придумала вот такую веревочку. Но Александр Федорович придумал более лучший вариант. И сейчас мы его вам покажем. Потому что они находятся на высоте. Я думала их оставить. Распустились они по всей теплице. И негде было здесь уже даже ступить. И вот смотрите, какой большой. Но ткань не выдержит. Я думаю, что Александр Федорович правильно сделал. Что он сделал? Этот, смотри, с моей тряпочки. Он уже вырос. Здесь килограмма 3 уже надо. И что ты приготовил? Вот такой мешочек. Сетка. Крепкая. Она 20 килограмм выдерживает. 20 килограмм выдержит. Я думаю, что арбузик будет 20 килограмм. Выдержит, да. И его пропустим вот так. И увяжем. Но надо еще две руки. Хорошо. Выключаю камеру. И мы сейчас это сделаем. И покажем вам, как мы справились с этим. Вот что у нас в конечном итоге получилось. Здесь у нас стальная проволока. Она уже давно тут предназначена для того, чтобы удерживать растения. Ну и вот теперь у нас вот здесь, вот в такой сеточке, отдельном домике находится вот эта ягодка. Ну и будет видно, когда он созреет. Во-первых, есть возможность ему расти, и будет вот, как мы определяем, вот этот усик должен быть сухим, и лопаточка должна быть сухая. Сейчас доставать не буду, они там... на месте находится, и пусть созревает и нарастает. Он еще маленький. Тут все условия созданы. Против грибковых заболеваний тоже обработано. Тепло. Расти арбуз. Большой, вкусный и красивый. Ну вот с этой стороны уже все большие завязаны. Конечно, их надо изначально. Вот здесь тоже уже формируется. Изначально надо мешок привязывать, иначе можно отломать, потому что уже тяжелые. Вот. И очень сложно их вот так в домики отправлять. И здесь это мы прощаемся с вами. До следующего видео на нашем канале. Пока-пока. Хороших вам урожаев.